В центре детского творчества со старшеклассниками встретился Егор Афонин, профессиональный военный, офицер, участник специальной военной операции. На встрече присутствовала глава Асбеста Наталья Тихонова и председатель Думы Леонид Ремезов. Основная цель – профориентация старшеклассников. Егор Афонин отметил, что ребята были заинтересованы и задавали много вопросов. Активные, очень много вопросов и в качестве юмора армейского, и в качестве интересов. Много заинтересованных, будем проводить с ними работу, агитировать и до конца доводить ими начатое дело. К примеру, ребята спросили старшего лейтенанта, что же ему придавало сил на полях специальной военной операции. Я присягу принял в 17 лет на службу Родине. Это раз, то, что я обещал. Я должен ее выполнять. Но самое большое, что придавало силу, это я всегда думал о доме. Лишь бы мой дом, моих родителей, мою семью не затронула никакая пуля, никакой снаряд. Отметим, что наш земляк Егор Афонин, бывший ученик первой школы, с золотой медалью окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию, в которой в настоящее время преподает будущим офицерам ратную науку.